Всем привет! С вами канал Декантер. Сегодня я бы хотела поговорить немножечко о вине Александруле. Это Ламтадзе Family Wines, производитель. У них небольшое, скажем так, винодельческое предприятие. Я хочу вам представить вино под названием Александруле. Оно произведено из сорта красного винограда Александруле, а также Манджуритуле. Обычно мы говорим об этих виноградах, сортах вина. Обычно мы говорим об этих сортах винограда, когда мы говорим о знаменитой Хванчкаре. Почему так? Потому что этот виноград растет в деревне Хванчкара, там собирается и потом получается чудесное вино. Но сегодня мы оценим сухое красное вино, приготовленное из этого винограда. Что мы сначала посмотрим? То есть наш цвет, он глубокий, рубиновый, насыщенный и в то же время не прозрачный. Хороший цвет. Идем дальше, запах. Пахнет специями. Да. Также можно различить запах кофе, копчености и едва уловимой голубики. Превосходный аромат. Когда ты его вдыхаешь, ты ожидаешь, что вино будет немножечко сладковатое. Давайте посмотрим, так ли это, оправдывает ли это ожидание. Что я могу вам сказать? Превосходно. Я бы не отнесла его к легким винам, но в то же время оно с умеренной кислотностью, абсолютно сбалансировано, выдержано. Ты чувствуешь практически все нотки запаха на языке. Все, что мы ощущали в запахе, мы тут же поняли, попробовали это на нашем языке. Я не побоюсь поставить этому вину пятерку. То есть это прекрасное вино для ужина, возможно, даже с мясными продуктами, с красным мясом. Отличное дополнение. Александруле от компании Ламтадзе Family Wines. Вот так выглядит этикетка. Этого, конечно, не передать словами, но вино просто потрясающее.